Привет, ребяточки. Меня зовут Кривошеина Елена. Где нужно ник, я обычно к Елене. Надеюсь, вы меня слышите. Я пытаюсь говорить в микрофон. Я, ребятки, гуляю по Омску. Вообще, как бы мы, как приличные туристы, я приехала не одна, приехала с девчонками, привезла их смотреть Омск. А вернее, даже не так, я приехала не смотреть Омск. Мы поехали на Алтай, а Омск попадается по дороге. Мы посмотрели официальные большие улицы, а сейчас я пошла выгуливаться по каким-то уже местным, не основным. И вы знаете, это тоже очень-очень интересно. Вообще, я от нашей гостиницы пошла искать парк «Птичья гавань». Улицы реально совсем местные-местные, без всяких претензий. Идите прямо. Я не знаю, слышите ли вы со мной разговаривать, еще навигатор меня ведет. Вот смотрите, большой дом, маленький дом. Я говорю, город контраста. Интересно так посмотреть. Так, я что-то подозреваю. Неплохо бы перейти дорогу, но что-то подозреваю, что мне ее не перейти. Ладно, пойдем дальше. Надо было мне, конечно, пораньше включить. Я хотела вам показать местные маленькие частные домики. То есть они реально такие совсем старенькие-старенькие. И вот наравне с этими новыми застроенными районами стоят маленькие домишечки. Некоторые уже вот, сейчас не знаю, увидите, нет? Подзаброшенные. На некоторых стоит надпись «Продам». В некоторых живут, потому что я видела, как заходили. Но, дайте-ка переверну. Обязательно на меня смотреть? Не обязательно ведь, да? Через 50 метров перейдите дорогу. Вот, смотрите, мои хорошие, вот он, город контраста. Смотрите, какой маленький домишечко, явно из старых времен. Сейчас я сфоткаю. Подождите. И тут же сразу же большой. Машины ездят всякие разные, и крутые в том числе. Вот, смотрите, тоже старый домик с заколоченными ставнями. Многие почему-то заложены кирпичом. Тут вообще что-то какая-то техническая зона. Тут я уже вышла куда-то по центральней. Велит мне перейти дорогу мой навигатор, но я даже не знаю, как бы мне это сделать. Потому что здесь нет пешеходного перехода. Перейдите дорогу. Куда именно, дорогой? Опять навигатор велел перейти, но я не понимаю, куда. Вот смотрите, кстати, еще большие здания. О, небо туда. Да что красиво, небо туда, сфоткаем. Да, он хочет, чтобы я перешла вот эту большую трассу. И какие тут есть варианты? Вот по мне так никаких. Ладно, сейчас мы всех переждем, все уедут, и мы с вами перейдем. Сейчас, секунду. Это опять с вами я. Пережидаем машины. Ой, сколько их тут бегает. Я всегда считала, что самый машинный и самый дикий город – это Новосибирск. Но Омск ничуть не проще. Носятся все как сумасшедшие. Ой-ой-ой. Вот они, большие города. Хотя, конечно, в наш город не очень большой. Когда приезжают, говорят, что тоже здесь все носятся как сумасшедшие. То есть не здесь, в нашем городе. Мы живем в городе Кирове. Ребята, все равно классно. Посмотрите, какое небо. Посмотрите, какой город. Сейчас покажу в другую сторону. А вот там, я так понимаю, что центр. Маршрут перестроен. Ой-ой. Куда-то у меня навигатор перестроился. Мне кажется, не туда пошла. Но не могу сказать. Ладно? Так. Я, видимо, ребят, отключаюсь, потому что мне надо посмотреть навигатор. А при включенном видео он не показывает. Ну вот, пожалуйста, это Омск.
Маршрут перестроен. И как раз за такую разнообразную эклектику через он мне очень нравится. Через 50 метров идите прямо, а затем перейдите дорогу. Сейчас еще покажу старенькие домики. Вот, пожалуйста, красота омская. Вот старенькие домики. Знаете, как сводкой прикольно. А если мы посмотрим в ту сторону? В ту сторону, пожалуйста, вот вам эклектика, громадный город. Не баран чихал. Вот там красивое солнышко. Тоже старенькие домики. И пошли новенькие. Проспект громадный. Ладно, я пошла дальше смотреть город. Всем пока-пока. Маршрут перестроен. Навигатор опять болтает. Все, пока, ребятки. А, подписывайтесь на канал, конечно же. Я путешествую, буду показывать вам. На меня машина едет. Пока.